Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net. Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверёв, и что мы сегодня с вами собрались? Мы собрались с вами подвести итоги на конкурс JabOnUp 24. Вы заполняли форму Google Drive по ссылочке, которая была на ролике с конкурсом. Вот. Некоторые заполняли ее не один раз, и сразу скажу, что таких участников мы будем отсеивать, потому что само по себе подразумевается заполнение формы один раз. Вот. Это тебе не комментарий, который можно писать там 100 раз. Вот. И в будущем, конечно, я этот момент уточню, но на данный момент мы будем всех еще отсеивать. Ну, это будет точно правильно, чтобы человек заполнил форму один раз. Вот, у нас набралось 3399 форм, которые включали фамилию, имя, отчество, или просто фамилию, имя, адрес электронной почты и аккаунт в ВКонтакте. Вот. Сейчас мы посмотрим при помощи random.org и определим нашего победителя. Так, давайте я вас отсюда сниму и перемещу сюда, чтобы вы все могли разглядеть. Так, делаем фокус. О, у меня есть база всех ваших адресов. Итак, смотрите, у нас 3399. Так, фокус. Фокус червирокус. Ладно, давайте вот так вот буду, чтобы... Да, постоянно не делать. Так, 3399. Видите, некоторые из вас заполняли ее не один раз. И есть такие персонажи, которые просто... Ну, тоже. Раз, два. Есть, которые по 10 раз заполняли ее. Но это мы сейчас и проверим. Итак, ладно, переходим к самому последнему. И поехали. Начинаем с первого по... Так, 3399 там. И вбиваем 3399. Вот здесь в углу мы вбили 3399 и 1476. Ну и погнали искать 1476. 3000, 2000. Ну, конечно, можно воспользоваться поиском, но я пойду по самому интересному пути. Я просто буду пролистывать. Мне нравится просто пролистывать. Так, 1476 там, по-моему, было, да? Насколько я помню. Так, может, где-то рядом с победителем. Ну, сейчас. 1476, да, совершенно верно. Саньков Аркадий Чеславович. Так, ну, давайте, во-первых, мы перейдем на его... Так, да, открыть новые вкладки, посмотрим. Запостил, да, сразу вижу, что запостил. Окей. И давайте, так, Саньков, сразу, зная себя, нужно все это скопировать дело. А вообще, давайте сначала поступим таким образом. Мы скопируем адрес и при помощи Ctrl или Command F, по-моему, Command F, так, сейчас вам точно, да, найти на листе, вот сюда вставим адрес электронной почты и смотрим, что смотреть Лужкова, Альбина Даниловна. Короче, вот под этим адресом кроется хрень полная. Окей, нас не обманешь. Короче, адрес электронной почты и адрес странички ВКонтакте здесь один и тот же, если заметить. Окей. Спасибо, ребят, за честность. Вы меня радуете. Итак, пойдем дальше. 1314. Спасибо, Данир. Ну, вот я даже сделаю, заблокировать Данира, да. Чтобы на будущее было вам неповадно. Так, 1314. Поехали. 1314. Ищем. Ой, что-то я проехал, извините. 1314. Гизурин Марсель Уралович. Окей. Сразу переходим на его страничку. Смотрим. На 25 ноября, походу, он к себе на страничку не запостил. Тоже здесь 26 августа. Понятно. А, вот, я хочу выиграть JabOnUp. Да, что-то, извини. Марсель, да, вот это вот сообщение, что я хочу выиграть. Окей, засчитывается. Дальше. Переходим в адрес электронной почты, его копируем и
Дальше переходим. Найти на странице. Ctrl V. Так, один из одного. Окей. Все, вот здесь вот. Видите, найден один из одного. Ну, еще раз. Может, там что-то задвоилось, но Ctrl-V. Да, один из одного. И, ну, для честности, давайте вот страничку ВКонтакте еще сейчас я скопирую и вот тоже вставим найти на странице из всех этих адресов. Да. Поздравляю. Да, это совершенно честная победа. Один раз участвовал без каких-либо фейков, потому что в лидере перед этим, ну, чувак... Чувак под разными именами просто всех хотел обдурить. Но, извини, так не получится. Вот. Так, что-то вы у меня неровно стоите. Вот. С Марселем свяжемся. Почта у меня его есть. Я напишу тебе, Марсель, и напишу, соответственно, поставлю в копию Макова. Вот. И тебе с тобой свяжутся и отправят тебе по почте твой приз. Поздравляю с честной победой и надеюсь, вам понравился этот честный конкурс на самом деле. Вот, потому что я не люблю всякой вот этой лажи. Все чисто взяли, разыграли, отправили. Марсель, только у меня к тебе одна просьба будет, когда получишь приз, сфоткай, либо там сними видео с ним и отправь мне ВКонтакте. Вот, это будет круто. Вот, спасибо всем за участие. Надеюсь, вы были счастливы. Если вы не выиграли, ну, конечно, нас много, но получает приз кто-то один. Вот, участвуйте в будущих конкурсах и выигрывайте. Всех с наступающим и ждите новых роликов. Они еще будут завтра и 31-го. И после Нового года они тоже будут. Вот, ребят. Ладно, всем спасибо и всем пока.